Всем привет! В этом видео вы увидите, как я открывал ящик с мумией. Делал я это на стриме. Кстати, заходите на стримы, я стримлю очень часто. Но перед началом хочу вам посоветовать свой магазин UC для корейского пабга. Цены низкие, есть отзывы. Ссылка на него будет в описании. Давай, ключи. Это вот десятка. Ой, ну пожалуйста, ну дай мне М-ку. Мне больше ничего не надо. Все, юзаем скидки. В шлеме, чел. Значит, лего уже есть какая-то. Воля си. И гарантом говно какое-то. Next. Опять шлем. Мне нужен плащ, ну, сука. Хаешка. Гарантом. Next. Тут молик гарантом будет, понятно. Мифическая эмоция. Это троллинг? Это троллинг? Меня троллит игра. Я в сильце. Мне дают эмоцию от той мумии, которую я хочу. Это норма? Ну, типа. В прикол. Витя выпал, прикинь, в очках авиаторах. Красавец. Мужчина. Последняя десятка. Опять Витя. Ничего не выпало. Дай с гаранта М-ку. СПС. The next day. XP. Дай, пожалуйста, мне мумию. Пожалуйста, первая десяточка. В шлеме. Челик в шлеме. Масочка PDP. Костюмчик этой масочки PDP. Мифик, что ли? Какой? И... нет, легендарки это какой мифик? Тут, а, тут, не, тут уже это есть не, мифик. Это не тот костюм. Костюм говно, короче. Дайте еще. Тяночка, понятно. Понятно, ничего в этой десятке. Продолжаем дальше. Next десяточка. Чё за челик? Тянка опять. Ща гарант буду открывать. Опять ничего. М-ка, блядь. Да. Сказал же, блядь. Всё? Открывать дальше не надо. А мумия, блядь. Да, ей, да нахуй надо. Все, я крут. У меня 12 материалов, мне 2 материалов не хватит. До эффекта попадания. Имеется. Ой-ой-ой. Ну слава богу, ну не зря. Ну не зря. Да, 2 материалов не хватает. Где на фарме?